Всем привет, мои хорошие, меня зовут Максим, это канал GG Family. Продолжаем WWE 2019, карьера за рестлера, за Джона Сину. Итак, в прошлой серии нам наши, как я уже подумал, братюни надрали зад и забрали мой пояс. И, в общем, как я вижу, и наш фургончик немножко тут разбит весь, да? Как бы ничего хорошего у нас пока не намечается в жизни. Поэтому я, во-первых, вернул свой старый облик, пока будем... тем самым первым Джоном Синой, Симой, то есть, извините. И, в общем, посмотрим, что нам скажет Курт. Типа, я... Сейчас, секундочку. Ага. В общем, что-то он там про... Типа, долго он... То ли долго, то ли не подготовил текст. Но я хочу, чтобы все... В общем, что-то про Эджи Стайла и Финн Беллора. Типа, я охренел от того, что они сделали на фестлайне. Но я тебе обещаю, что у тебя будет шанс отомстить AJ Стайлу, встретиться с ним лицом к лицу за титул на WrestleMania. Окей, спасибо, Курт. WrestleMania же совсем-совсем скоро. Знаю, что ты хочешь наложить свои руки на AJ Стайла. Но, может быть, тебе сначала начать с Финн Беллора сегодня на Ро, если ты сможешь. Если ты сможешь. Конечно, я хочу Финчика сегодня. Угу. Либо, да, согласиться, типа, да, хочу я с ним подраться. Либо второе, типа, нет, я не хочу, типа, тратить силы свои, я буду готовиться к встрече с Эджеем. Нет, конечно же, мы пойдем и надерем задницу сегодня Финчику. Моему любимому, блин, другану, братюне моему, который вдохновил меня на многое, но пошел-ка он в жопу. We have one of the best talents on the roster to date versus Finn Balor. This is gonna be amazing. Да, это будет потрясающе. Сейчас надерем его быстренько зад, потом посмотрим, что у нас еще будет. Когда там намечается WrestleMania, я даже не в курсе, но уже с нетерпением ее жду. Потому что надо наказать этих ребят, как бы так не поступают. It's one of the hottest superstars in WWE. Блин, выход забыл поменять. Ну ладно. Теперь мне такой выход немножко не подходит. Интересно, в каком облике он выйдет? В демоническом или в обычном? Да, мне на самом деле плевать. Welcome. Готов к любому. Беллар Клаб. Да, он, походу, в демоническом выйдет. Или нет? Нет, в обычном. Окей, ну все, тебе трындец. Ну там, правда, этот ублюдок еще будет мешаться, по-любому. А, ну нам просто, да, его надо побить и все. Окей. Ублюдок, больно тебе? Не-не-не, все. Да я же не хотел, ну ладно, придется тебя помучить. Тихо, блин, не успел нажать отмену. Думаешь, это больно? Оу. Вот это я что-то... Поздно.
Опять поздно. Ау, мое ухо, левое ухо. Ну конечно. Упс. Ну конечно, конечно. Да какого хрена? Что-то, да, я не отошел еще от прошлого боя, походу. Отлично. Бум. Побежали, побежали, побежали. Отлично. Ау. Больно. Полетели? Финчик. Ау! Да как так? Как так могло произойти? Почему я так далеко улетел? Неплохо, неплохо, еще и заломчик. Не-не-не-не, все. У меня не получается ничего на это, хрена. Хреня не получается у меня это. Knocked right off his feet. What's he gonna do with it? He's in big trouble. Да-да-да, он в большой неприятности. I can't tell you how many victims have suffered the same fate. Ну, куда ты полез? Куда? Needs to focus on right now. Бум! How he drew this one up. If he wants to win this thing, he's gonna need to make some changes. Нет, я не хочу. Нет. Рановато для него. Now in full control. Рановато. Надо побольше его побить, помучить, чтобы он знал. Бум. Отлично. Головешка сломалась. Конечно, я не умею, как он. Но это тоже неплохо. Добивание? Окей. Значит, заканчиваем. Бомба. И сразу же убежали. Блин, повезло тебе, ублюдок. Повезло. Я думаю, теперь получится. Теперь точно удержание. Раз, два, три. Нет. Нет. Окей. А теперь? Эй-Джей вылез, да? Ну понятно, конечно же. На Эй-Джей можно переключиться? Нет? Почему? Больно тебе? Блин, ну правда у него это накачивается. Очень-очень больная вещь. Вот, да. Вот это вот плохо. Вот это не очень хорошо. Поздно. Ау. Мне сейчас надо убежать. Прям срочненько. Не-не-не-не-не-не. Я ж нажал. Отлично. У него камбэк, да, еще? Да. Да, нажал же я. Отлично. Ну, ударь. DDT. Вставай, ублюдок. Я закончу с тобой.
Да нет, не... Нет, совсем не так. Да, тем более веревки. Так, скоро тот ублюдок будет мешаться. Так что надо по-быстренькому поднимать. Вставай. Ну вот, вот что происходит. Нажал же я. Мать твою. Надо быстренько что-то предпринять. Отлично, все. Тебе хана, ублюдок. Нет. Все. Теперь точно заканчиваем. Эй, Джей не успел накопить. Все, бомба. Побежали. Теперь ты никуда не дотянешься уже. Отлично. Отличное возвращение. We've got some highlights from the last one queued up. Here we go. That was just one of those matches that the men involved should just be proud to be a part of. A legendary performance. Ты даже аплодируешь этому? Hope everybody at home set those DVRs because that was a match you're going to want to watch again and again and again. Epic. Вот это, блин, так же реально убить можно. Можно сломать грудную клетку, нахрен. This entire match was just one big highlight reel, and I didn't expect anything else. Да. Here is your winner, the superstar. Wow, huge pinfall win here tonight. That was simply a case of one guy determined to prove his dominance over another. Ну и что? Эй, Джей, может, тоже выйдет, а? Match, I need to remind everybody just how big of a win this was. Simply amazing. Сыкунок. Ух, отлично, amazing. Подзаработали экспириенса, подзаработали очков для открытия паков, которые нахрен никому не нужны. Но все равно это полезная вещь. Идем сразу же на ринг. Ничего не ждем. Я не знаю, неужели сразу сейчас будет расломание? Мне кажется, рановано как-то для этого. For the last couple of days, all I have heard, why, Jay? Why'd you do it? Why did you offend? Последние дни у меня постоянно спрашивают, Джей, почему ты это сделал? Это все легко. Нет, не было никакого база. Это были только я и Финн. Типа на Смакдауне он с помощью меня вышел в топ. В Японии он тоже с помощью меня там побеждал. Он украл мою славу, типа, с Джоном Синой он тоже украл мой бой. Вот им месть пришла. Когда он пришел на Ро, он потерял поддержку Эйджея. И поэтому я стал его поддерживать. Он бы никогда не победил Брэя Уайта без моей помощи. Но для меня это ничто, как бы. Then we put everything aside to help him take on Evolution. And what do we get in return? И потом мы помогли ему победить против этой группировки. И что мы за это получили бы? Ничего. Типа, он самый крутой, он получил титул, получил славу, а мы что? Ничего. И бас, типа, люди любят тебя из того, что чего ты добился. Well, your biggest accomplishment is still to come when you main event WrestleMania and you lose the phenomenal AJ Styles. И на Расселмании ты наконец-то поймешь, что ты никто, и ты, конечно же, проиграешь своему оппоненту AJ Styles. The only friend he still has had his brain scrambled by Bray Wyatt and hasn't been seen since. So I don't think he'll be much help. Единственный друг, который у него остался, это, наверное, Кол Квин. Про него он говорил, ну типа, и он ему сейчас не поможет. И типа, нам плевать, что вы не понимаете, зачем мы это сделали. Мы сделали то, что должны были.
because Buzz selfishly used him to get to the top just like he did to us. So let's bring him out here. Ladies and gentlemen, Buzz's former mentor, Baron Blade. Baron Blade. Это про Бэрона, значит, он говорил. Типа, Басс использовал его так же, как и нас в свое время. Типа, потом бросил его. Ну что ж, давайте позовем его на сцену. Барон Блейд. Интересно, интересно, прям развязочка. Типа, здорово, здорово, пацаны. Спасибо, что приехал сегодня. Ты можешь всем рассказать, как Басс использовал тебя для того, чтобы забраться в топ? Ты же для него все делал, а он тебя просто нагло кинул. И у тебя после этого все хреново, и это все из-за Басса. Но вообще-то ты не прав, Эй-Джей. Это именно я напал на Басса. Я мешал ему уйти от меня. What are you saying? Don't you want to talk about all the terrible things Buzz did to you? Ну, разве ты не хочешь поговорить о том, что Басс тебе там какие боли причинил тебе? I'm sorry. Извини. But I can't stand out here. Я не могу находиться здесь и обсуждать моего протеже. И я на самом деле разочарован в том, что произошло на прошлом поединке. Я не для того покупал тебе билет, чтобы ты тут пришел и обсирал нас. If I had told you how I really felt, I would have never gotten this opportunity to speak. Если бы я реально сказал, что на самом деле чувствую, вы бы меня никогда не позвали сюда, не пустили. Я все еще очень сожалею о том, что я когда-то сделал, причинял какие-то неприятности Баззу. И я не могу дождаться ваш бой на WrestleMania, когда он заберет у тебя титул, который принадлежит ему по-настоящему. С меня хватит, уходи. Я не хочу это больше слушать. Ублюдок, на старика, блин, сзади нападает. Ну чё, ты охренел, что ли, совсем, а? Базик, Базик, выходим, отлично. Чё, секунду, Два секунишки. Ну, видимо, мы сейчас с Бэроном подружимся опять, и это отлично. Это замечательно прям. Типа, чё? Девчонки, закудахтали и свалили? Ну, я думаю, сейчас пожмем друг другу руки. Или хотя бы поможем ему встать. Я думаю, так. Типа, прости меня. Да, конечно, простим. Конечно же, простим. Тут, походу, какая-то музыка должна играть такая трогательная. Но, блин. Well, I never thought we'd see this. Hey, it takes Никогда не думал, что это увижу. Это... You're a foolish man. How long until Baron turns on him again? Да, да. Отлично, отлично. На следующей неделе. You might be wondering why Finn is out here with a gift. Well, it's not for me. It's actually for someone we had some battles with recently. У нас тут для тебя подарочек. Это не от меня, а от того, с кем у тебя скоро будет бой. Этот подарочек от Triple H. Так что, Triple H, давай выходи, и мы вручим тебе его. А, это подарок Triple H? Ага, Triple H, походу, я, наверное, догадываюсь, что это такое у него в руках. Это майка судьи. И он будет судить.
Охренеть. Ну это, блин. Это печально. Я просто хочу сказать, что наши отношения должны измениться. Но типа мы, да, давайте очистим, забудем все наши споры, там, резни. Так что, давай, возьми это. Типа, давай начнем все с чистого листа. Объединимся против. Ты будешь судьей и сможешь показать свои мышцы. И для чего это все? Ну, мы подумали. Если ты на самом деле не любишь База, если ты использовал всю свою силу, но все-таки стал чемпионом вселенной, то тут ты сможешь поквитаться с ним. Я думаю, что это отличная идея. You gotta be kidding me. The match at WrestleMania is essentially now going to be 3-on-1. You think Buzz is out here to forfeit the WrestleMania match? No way. It must look pretty bad for me right now, huh? Like I've got no chance with Finn Balor on the outside and with Triple H on the inside? Типа... Well, that's where you're wrong. Because at WrestleMania, I'm not gonna be on my own. I'm gonna have someone in my corner. To even the odds, to watch my back. And that man и чувак, который прикроет мне спину, и это будет Бэрон Блейд. До этого он сказал, что типа у меня будет очень мало шансов, потому что Triple H будет снаружи, этот Финчик будет внутри мешаться, а типа там Эджей. И типа у меня будет совсем мало шансов, но кое-кто прикроет мне спину. WrestleMania. Так что, ребят, давайте пока на этом закончим. И уже совсем скоро в следующей серии будет у нас WrestleMania. И мы покажем, на что мы способны. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, пишите комментарии. И до новых встреч. Всем пока.